Так, сметанное сено, сметанное, сваленное сено. Сено лежит здесь вот. Трава не очень хорошая. Здесь сегодня мечет сено наш бергамотский парень Володя Васильев. Вот он там. Сток мечется. Толкач ходит один. Толкающая волокуша. Двое грабел где-то ходят. Ну и сам Володя ездит на тракторе. Толкает сено. Трактор у него с куном. Так, сейчас я поближе подъеду. Вот. Сметали они 4 стога. Пятый мечет. Кидают вручную руками. Ага, двое кидают. Двое тут видно. Один на стогу. Так вот. Двое граблей ходит. Шестиметровых. Гребут. Вот одни грабли. Вторые грабли. Согребают, гребут сеном. Ну, тут часть поля уже убрали. Часть уже убрали. Но волки-то не очень большие. Слабоватые. Ну, у него тут как мини-колхоз, много техники. Двое грабел, два МТЗ-50 и две восьмидесятки, две толкающих. Ну, кун есть, а что он не мечет куном, интересно? Что они руками кидают? Интересное дело. Слабый волок. Слабый. Ну, это частный, частный человек, частное хозяйство. Кто-то скажет, наймите того, другого. Ну, каждый живет, ребят, по своим средствам. Есть средства. Нет средств. Вот. Вот он сам ездит. Толкает. Толкающая волокуша у него спереди. Ну, на куне сделана. А это второй. МТЗ-80. Вот так. Четыре техники ходят. Ну, сегодня жарко, жарко, жарко. Жарко.